30 ноября Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Машерова в очередной раз встречал абитуриентов с различных регионов Беларуси. Показать и рассказать через интерактивные площадки, чем сейчас живет ВГУ и что лежит в основе подготовки высококвалифицированных специалистов – главная задача Дня открытых дверей. Ну, конечно, все абитуриенты сегодня, в принципе, могут посмотреть в интернете об университетах. Но совсем другое, когда они приезжают в гости к нам. Это намного познавательнее и интереснее, потому что действительно сегодня они смогут встретиться с настоящими маститыми профессорами, деканами, конечно же, студентами всех факультетов и посмотреть изнутри, как же учатся студенты и как они отдыхают активно у нас. Каждый из гостей в этот день познакомился с образовательными, научными и творческими возможностями высшего учебного заведения. На тематических площадках факультетов уже опытные студенты стали гидами в новый мир предлагаемых специальностей. Робофутбол или изучение иностранных языков, знакомство с картинами великих художников или с искусством твистинга. У студентов получилось заинтересовать всех абитуриентов. Ну а яркая шоу-программа в очередной раз подтвердила, как многогранен Витебский государственный университет. Всего в ИГУ в день открытых дверей посетили более 350 абитуриентов. И многие из них уже определились со своим профессиональным выбором. Это престижный университет, и мы очень много о нем слышали. И мы заинтересовались этим университетом и собираемся поступать. Я с детства рисую, ходила в художественный, поэтому хочу связать свою жизнь с художеством. Я обожаю иностранный язык и всегда хотела на международное право. У меня есть подружка, она рассказывала, что ей очень нравится. Ну и вот мы с ней вместе как-то с иностранным языком больше всего вот занимаемся. Я и мои сокурсники приехали из города Орши, и мы все учимся в Оршанском колледже, педколледже на программном обеспечении информационных технологий, четвертый курс. В ВГУ, говорят, есть факультатив от ЕПАМа в Минске, поэтому это выгодно. Ну и плюс он довольно близко к нам. И, ну, все-таки лучше получить высшее образование, чем пойти за средним специальным куда-то устраиваться. Пришли сюда, потому что на факультет биологический, потому что очень нравится биология. Мы очень хорошо решаем задачки по химии, по биологии. Да. Нам это очень сильно нравится все. И хотим свою жизнь создать именно вот с биологией. Получить полную информацию от сдачи централизованного тестирования до распределения абитуриенты могли, посетив небольшие экскурсии на факультетах. В качестве информаторов выступали известные ученые и деканы факультетов. Университет ведет качественную подготовку по 10 профилям обучения, а в этом году предлагает еще 3 новые специальности. Всех абитуриентов 2020 года приглашаю, конечно, в ВГУ, потому что наш университет – это отличный старт для вашего абитуриента будущего. ВГУ всегда открыт для новых абитуриентов. Мы приглашаем учащихся на различные мероприятия, школы юных и подготовительные курсы. Если вам не удалось посетить День открытых дверей, то информация по вопросам поступления и выбору специальности можно узнать на сайте университета VSUBY или в приемной комиссии университета. Елена Юхно, Наталья Тарарышкина, Александр Гергаев, ТВУ.